Канун Международного женского дня во Дворце культуры металлургов имени Сергуа Орджоникидзе поздравляли работниц группы компаний Магнитогорского металлургического комбината. В их честь был подготовлен концерт, открыли который артисты цирка на Цветном бульваре имени Юрия Никулина. Наверное, многим женщинам не просто в предпраздничной суете найти время для себя любимой и отдохнуть душой. Но оставлять домашние дела хотя бы ненадолго, хотя бы в честь 8 марта, просто необходимо. Иначе синдром выгорания даст о себе знать. Пришедшие в этот вечер во дворец Орджоникидзе дамы, надев свои лучшие наряды, сделав праздничные укладки и макияж, просто светились красотой и женственностью. Блеска и озорства в их глазах добавило выступление артистов, призванных разогреть публику, темнокожих мачо из цирка на Цветном бульваре. Впрочем, не меньший восторг вызвали и другие концертные номера, например, с райскими птицами все того же цирка имени Юрия Никулина. Благодарные аплодисменты сорвало и поздравление председателя профсоюзного комитета ММК Александра Дерунова. От имени мужчин он признался дамам в искренней любви и восхищении, пожелал им счастья, здоровья и весны в сердце.